Ровно 3 года назад, в декабре 2009 года, Мария Шкарупа зашла вот в этот магазин. Сломался компьютер и нужна была консультация. Молоденький продавец охотно взялся за устранение неполадок в системном блоке. Это и был Иван Иванченко. Марии парень очень понравился, и она стала постоянным его клиентом. Так начиналось знакомство, которое впоследствии привело к трагедии. В июне 2010-го Ивана призывают в армию на год. Служил парень Череповце Вологодской области военно-космической академии. Командир роты охраны, в которой числился Иванченко, характеризовал его как плохого солдата. Июнь 2011-го – долгожданное увольнение в запас. И ровно через месяц в Туле совершено убийство, которое шокировало всю страну. Несмотря на то, что у Иванченко была постоянная девушка, которая, кстати, дождалась его из армии, после дембеля парень продолжил встречаться с Марией Шкарупой. Трое маленьких детей не были помехой для интимных встреч. 24 июля 2011 года Иванченко приезжает в гости к Марии вот в этот дом. Женщина встретила парня радушно. Ее трое сыновей еще не спали, как и мать Марии Шкарупы. Иванченко прошел в комнату женщины, присел, поговорил с Марией на отвлеченные темы. Однако женщине хотелось не разговоров, а интимной близости. После короткого диалога Мария приглашает Ивана выпить чаю. Уже на кухне становится понятно, что женщина настроена очень серьезно и обязательно добьется своего. Чаепитие закончено. Дети и их бабушка спят. Мария приглашает Иванченко отправиться в спальню. Когда мы легли спать, буквально спустя 10 минут, пока мы лежали, у меня с Марией Шкарупой был секс. После чего какое-то количество времени я не спал. Спать мешали мысли об убийстве Марии. Уже тогда Иван решил с ней расправиться. Некоторое время он в тишине обдумывал, как будет решать жизни мирно спящую женщину. Но Иванченко знал одно – убьет он ее быстро. Потенциальный убийца отправляется на кухню. Там роется по шкафам в поисках орудия будущего преступления. Схватившись за нож, Иван пробует его лезвие. Однако китайская штамповка легко гнется в руках. Нож не подходит для моментального убийства. И тут в кухонном шкафу он находит молоток. Иван возвращается в спальню к Марии, присаживается на кровать и решает, куда лучше ударить, чтобы смерть наступила мгновенно. Выбор сделан. Иванченко целится в висок. Замахивается и бьет со всей силы несколько раз. И нанес 2-3 удара вот в это место. На шум и возню в спальне дочери просыпается ее мать. Она еще не знает, что Мария мертва. Однако сердце подсказывало, что случилась беда. Валентина Бормотова интересуется, что за шум был в спальне. Иванченко ссылается на то, что плохо спал и ворочался во сне. Он просит сделать ему крепкого чая. Говорит, что устал и плохо себя чувствует. Валентина Петровна идет к плите, готовит Иванченко чай. Тот просит сделать еще. А сам в это время уходит из кухни и возвращается уже с молотком. Взяв молоток, я подошел с этой стороны и правой рукой нанес 2-3 удара в эту руку. Грохота падающего тела и ударов молотка спящие дети не слышат. Их в доме трое. Старший Петр 9 лет, средний Кирилл 6 и младший 5-летний Дима. Иванченко не нужны свидетели, ведь малыши видели его лицо. Не выпуская молотка из рук, Иван направляется в детские комнаты. Сначала убивает самого старшего, Кирилла. Я правильно понимаю, лежал на животе? Да, лежал на животе. Голова была повернута в другую сторону? Да. 2-3 удара я им нанес примерно вот эту область. Убийца методично переходил из комнаты в комнату. Когда бойня закончилась, Иванченко проверил пульс у своих жертв. Его не было. В качестве братской могилы Иванченко выбрал для своих жертв ванную комнату. Сначала я положил Кирилла Лапина, потом Петра Лапина, потом Дмитрия Лапина, потом Марию Шкарупу и Валентину, ее мать, сверху. Вы всех головами клали к смесителю? Да. Закрыв ванной дверь, Иванченко замывает кровь на местах убийств. Однако ее так много, что душегуб бросает эту затею. Иван собирает в кучу предметы, за которые он брался руками, стирает отпечатки пальцев. Окровавленное постельное белье он собирает в тюки и выносит на мусорную свалку. Забрав мобильный телефон и жертв, другую аппаратуру, закрывает за собой дверь с запасными ключами и уходит, оставляя в ванной могильник. Ровно через неделю соседи чувствуют неприятный запах из-за закрытых дверей квартиры и решают вызвать милицию. Вдобавок Марию Шкарупу потеряли работодатели, а прогульщицей она никогда не была. Прибывший по вызову наряд полиции вместе со спасателями вскрывают дверь. В квартире царит зловоние. Полицейский проходит вовнутрь и через минуту выбегает, сдерживая рвотный рефлекс. Он обнаружил источник страшного запаха. Несколько дней на месте преступления работают лучшие следователи Тулы и Москвы. Следственный комитет возбуждает уголовное дело. Проверяются все, кто так или иначе был связан с убитой семьей. Допрашиваются сотни свидетелей. И в итоге подозреваемый установлен. В круг данных лиц попал и Иванченко Иван Алексеевич, знакомый Шкарупа Марии.
В ходе отработки его на причастности к совершению данного преступления он был доставлен в отдел полиции, где в ходе проведенной беседы пояснил о том, что совершил указанное преступление. Соответственно, после этого у него был проведен в квартире по месту его жительства обыск, в ходе которого был обнаружен в том числе телевизор, который был им ранее похищен из квартиры Шкарупы Марии. На следственном эксперименте Иванченко подробно рассказывал про убийство. Причем во время проверки показаний на месте, то есть в квартире, Иванченко открывал все новые подробности жестокой расправы. Там же в квартире при понятых он рассказал и мотив преступления. Якобы на улице он встретил человека, который, угрожая ему расправой над родственниками, попросил убить семью Марии Шкарупы. Тот неизвестный перечислил мне имена и фамилии данной семьи, которую я здесь убил, и сказал, чтобы я их ликвидировал. Вот так и сказал, чтобы я их ликвидировал. Я ему в ответ сказал, то, что я это делать не буду. Он мне пригрозил расправить над моими родными. Загадочного человека найти не удалось. Неизвестно, на что рассчитывал Иванченко, но психиатры признали его полностью вменяемым. И после этого показания задержанного резко изменились. Иванченко был признан вменяемым. Соответственно, после этого он стал отказываться от ранее данных показаний в ходе предварительного следствия и настаивал на том, что признательные показания были добыты незаконным способом. Пытки и так далее. Но это ничем, а еще раз говорю, объективно не подтверждается. Однако у сыщиков есть неоспоримое доказательство причастности Иванченко к убийствам. В тот момент, когда душегуб отмывал полы от крови, он был босиком и в попыхах оставил отпечаток стопы на мокром полу. Мы сразу обнаружили на куске линолеума, часть его ноги отпечаталась, голой ноги этого убийцы, нашего Иванченко. Во-первых, след крови. Впоследствии нам это дало, что генетика дала, что это кровь была потерпевших. Вот. И провели потом трассологическую также экспертизу, которая нам дала, что однозначно это была нога этого убийцы Иванченко. То есть методы позволяют определить, так же как по отпечаткам пальцев. Следователи собрали все доказательства вины Иванченко, провели необходимые экспертизы и направили уголовное дело в суд. Накануне оглашения приговора подсудимому было предоставлено последнее слово. Иван продолжал настаивать на том, что признательные показания из него выбивали многочасовыми пытками. И чтобы сохранить свою жизнь, Иванченко оклеветал себя. Подсудимый попросил служителей Фемиды оправдать его и освободить. Однако вердикт прозвучал так. Иванченко Иван Алексеевич, признать виновным, назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. Иванченко и его родные с приговором Тульского областного суда не согласны и намерены обжаловать его в высших судебных инстанциях, включая международные. Однако юристы и следователи уверены, что доказательства его вины неоспоримы и приговор останется без изменения. Михаил Алтухов, Захар Исполимов, Алексей Чичвадзе, ТВ-центр Тула.